Давайте я вам покажу, какие я программки смог установить за это время, пока у меня есть на тесте телефон. Как вы можете видеть, здесь присутствует вид Sense. Вот у нас здесь несколько рабочих столов. Насколько это нужно, честно говоря, решать самому пользователю. Лично мне столько рабочих столов абсолютно не надо. Мне хватило очень красивой анимированной заставки, собственно, которую я вам могу сейчас показать. Вызывается она через меню. Фоновый рисунок, анимированная заставка. Действительно, заставки классные, за счет того, что экран AMOLED. И такие именно заставки выглядят на нем просто великолепно. То есть качество очень мощное. Ну, например, особенно вот Галактика выглядит просто потрясно. Очень красиво. Плюс разрешение 800 на 480, видно каждый пиксель просто очень хорошо. Плюс вот сейчас стоит такая вот анимированная заставка. Если тыкнуть на экран, у нас пойдут волны. Очень красиво. Итак, собственно, по программам, которые я себе поставил для того, чтобы можно было протестировать телефон, посмотреть его скорость и так далее, и так далее. Вот. Первая программка, вот вычисление пик, которую вам прям могу сейчас продемонстрировать. Вот можно назвать Bench Android, и вот вычисляю сейчас пи. Все, калькуляция закончена. Мы говорим нет, спасибо. Ой, надо было просмотреть скорость. Вот, собственно, персональное время 3067. Давайте еще раз протестируем. Вот, собственно, сейчас получается 2996. Ну, как сказать, неплохой результат. А вот если, правда, посмотреть топ-50, ну, давайте лучше топ-100. А, у нас интернет не подключен в данный момент. Кстати, вот тоже небольшой такой минус. Не очень удобно бывает, когда обращается телефон к интернету, я не могу выбрать сразу, к чему подключиться. Ладно, давайте дальше пойдем. Значит, так, что такого интересного? Есть вот компас, но, честно говоря, так и не разобрался, как он работает, потому что он крутится во все стороны. И частенько вообще непонятно, как он определяет место. Дальше. Еще посмотрим, какие программки. Собственно, FM-радио. Закрываем. Смотрим. Ну, остальные программки Gmail, Google Talk, ничего нам особо не говорят. Есть вот программка для теста. Вот мы еще раз запускаем тестирование. Показывает у нас мегафлопов 6,9. Вот. Топ я не буду вам показывать, но насколько я помню по этому тесту, на сайте у них написано, что Google One показывает 22 мегафлопа. Вот. Так что вот сами думайте, какова скорость. Что еще? Quick Office есть. Собственно, необходимо будет открыть файл. Ну, файлы у меня тут есть, но они в основном все текстовые. Дальше. Другие программки. Программки, но они в основном такие простейшие. Вот, собственно, что-то такое тяжелое. Тяжелого пока, к сожалению, нету. Вот есть еще CPU. Марк, можно запустить тест. Вот, собственно, нам показал почему-то 662 МГц. Выходим и смотрим еще. Вот какая-то программка тоже довольно оригинальная. А, ну это, видимо, играть можно. Тоже выходим. Sense Test. Собственно, здесь просто показываются различные параметры сенсора. Здесь показан уровень, насколько заряжен аккумулятор, температура 33,6 в данном случае. Вот, собственно, такие вот программки установлены. Ну, все остальное, но стандартное. То есть различные, вот, например, пип, это для Twitter, я так понимаю. По видеокамере я расскажу немножко позже. Так как я вам уже и показывал, картинки здесь можно просматривать. Довольно все быстро и определяется, и работает. Единственное, один раз немножко он что-то подзавис и очень долго пытался найти количество файлов на карте памяти. А, вот еще можно вам, кстати, показать, как работает вот этот вот, значит, у нас сенсор, так называемый, оптический. Вот мы заходим в меню,
И вот таким вот образом можно перемещаться. Конечно, надо немножко привыкать. Все-таки на механическом было гораздо удобнее. То есть там хоть как-то ощущался. А тут получается, мало то, что сам весь экран сенсорный, так еще и вот тут сенсорная часть такая. Вот. Ну, это, собственно, даже и как кнопочка. Вот звонок таким образом выглядит.